Но если речь пойдет о официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений. Второе, это может привести к серьезным геополитическим последствиям. Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как вот звучит, для прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или там, в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения,